Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Nissan Qashqai 2007 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра HR16DE. Пробег 131 548. Крышка. И масло-заливная горловина чистая. Нагара эмульсии нет. Первый цилиндр. Тринадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. Тринадцать килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.